Всем привет! Сегодня покажу, как я веду свой ежедневник. Я поменяла стиль ведения. Теперь я отслеживаю, сколько я сплю часов. А дела на месяц поделила на 3 категории. Также изменилось ведение недели. На половине разворота у меня 6 дней, а на второй половине размещается воскресенье и также дела и покупки на неделю. И сегодня я вам покажу оформление 2 недель. Если вам это интересно, оставайтесь со мной. Приятного просмотра! Thank you.
Вот такие два разворота у меня получились. Идет последний месяц 2016 года, и у меня уже есть блокнот на замену. Но в ежедневнике текущем осталось еще очень много страниц. Начать новый 2017 или закончить старый? Даже и не знаю. А как вы думаете? Пишите в комментариях. Всем пока!